Здесь великая и щедрая река Волга встречается с водами Седого Каспия, образуя самую крупную дельту в Европе. Природа создала здесь уникальное произведение. На обширных просторах осуществила грандиозную постановку с максимально справедливым распределением ролей. Мы попробуем проникнуть за кулисы, чтобы увидеть наиболее интересные фрагменты этого бесконечного спектакля, не нарушая действия и не меняя замысла. Птичий рай в низовьях Волги появился не сразу. За последние несколько тысячелетий уровень Каспия менялся. И когда море отступало, по Волге устремлялось такое количество воды, что тогдашнее русло вместить уже не могло. Она стала заполнять впадины и растекаться многочисленными протоками и ручьями. Так, благодаря дыханию Каспия, среди сухих степей и песчаных дюн появился настоящий оазис. Такое географическое положение повлияло на климат дельты. Он теплый, но резко континентальный. Летом зной окружающих полупустынь разогревает насыщенный влагой воздух дельты до плюс 45. Зимой же температура порой может опускаться ниже минус 25 градусов. Когда мы приехали на дамчикский участок Астраханского заповедника, температура была минус 15. Накануне выпало много снега. В этих местах такое бывает редко, поэтому по замерзшим протокам здесь перемещаются на мотороллерах. Но только не в этот раз. Глубокий снег стал настоящей преградой на нашем пути к раскатам. Именно там, на незамерзших участках, кормятся оставшиеся на зиму птицы. И все же была надежда достичь цели. Нужно только наладить предназначенные для таких случаев аэросали. Пока шел ремонт, мы решили исследовать подводный мир дельты. В этом нам помогал Кирилл Литвинов, ихтиолог и сотрудник Астраханского заповедника. Он создал компьютерную модель участка, куда на зимовку заходят самы. А вот эта вот часть, это уже как бы берег или это еще вот самый как бы шельф, ну, урезанный? Это берег. Это уже первое, берег. Первое это берег, да. Толщина льда в дельте сантиметров 20. Так, ну вы считаете, что мы по течению запустили, да? Да. Делать полынью нелегко. Она должна быть большой, удобной и правильно расположенной. Течение, коряги, плохая видимость – все надо учесть, чтобы не попасть в экстремальную ситуацию.
Самы погружаются в спячку поздней осенью. Они скатываются в глубокие ямы, где нет течения, и там ждут весны. Порой в зимовальных ямах собирается несколько сотен этих хищных рыб. Чтобы исследовать весь участок, нам потребовалось 40 минут. Но, к сожалению, наши надежды увидеть большое скопление самов на дне ямы не оправдались. По какой-то причине они покинули это место или в этом году вовсе не останавливались здесь на зимовку. Теперь это уже работа для специалиста-ихтиолога – понять, что произошло. В отличие от самов, другой крупный хищник дельты всю зиму озабочен поисками пищи. Это орлан-белохвост. В дельте Волги сохранилась одна из самых крупных группировок этих краснокнижных птиц. Около 150 пар. Свою роль постоянный житель этих мест знает хорошо. При наступлении холодов, когда добыть любимую рыбу трудно, белохвост выискивает ослабленных, подраненных или замерзших животных. У него даже есть свой метод охоты. Заметив скопление птиц, хищник спугивает их, чтобы определить самого слабого. Юркие утки хорошо ныряют. И поймать их непросто. Поэтому орлан следит за движением птиц под водой и старается схватить их, как только они вынырнут. И все же его добычей в основном становятся погибшие животные. От кордона заповедника до раскатов примерно 15 километров. Добраться туда по заснеженным протокам на нашем вездеходе теперь не составит труда. В нижней части дельты пейзаж меняется. Теперь нас окружают ледяные просторы раскатов с многочисленными тростниковыми островами и заливами. Именно здесь, на незамерзших мелководьях, собираются птицы, чтобы найти себе пищу. В заповеднике птицы чувствуют себя в безопасности. Голод и холод им тоже не страшны. Была бы открытая вода. Тем более, что зима в дельте недолгая. Впереди весна, полная жизни и повседневных хлопот. На просторах волжских раскатов появятся новые герои со своими правилами и невыдуманными историями. Весной самое ожидаемое событие в дельте Волги – это половодье. Сейчас этим процессом управляют с помощью плотин и водохранилищ. Когда створки огромного сооружения открываются, миллионы кубометров талой воды устремляются вниз. Мощь весеннего потока заполняет все артерии обширной дельты. Ее организм оживает и начинает стремительно меняться.
И если в жизни людей это время больших проблем, то для других многочисленных обитателей Дельты – начало новой жизни. Вода теперь повсюду. По степным дорогам устремляются набирающие силы ручейки. Зеленые сочные луга превращаются в большие озера. Эти лисята сейчас в большой опасности. Пока они беззаботно резвятся, ожидая с охоты своих родителей. Но если паводок будет сильным и вода достигнет логова, придется искать другое убежище. Вдоль переполненных проток и ериков развесистыми галереями расположились ивы. Сейчас их корни поглощают воды значительно больше, чем испаряют листья. Избыточная влага буквально выдавливается через поры множества ветвей. Возможно, поэтому иву и называют плакучей. Заросли ивы используют для гнездования пестрый дятел. В ее мягкой, податливой древесине можно легко выдолбить просторное дупло. Дерево для обустройства гнезда выбирает самец. Оно не должно быть гнилым или слишком влажным. У каждой пары есть свой кормовой участок, который она защищает от других дятлов. Площадь этой территории может достигать 15 гектаров. К началу мая дупло, как правило, бывает уже готово, и можно приступать к откладыванию яиц. На кладке чаще сидит самец, особенно по ночам. Самка в это время спит, ухватившись когтями за стенку дупла. Старые дупла тоже не остаются пустыми. Их безо всякого смущения занимают скворцы, которые прилетают в дельту очень рано, еще в марте. Вот уж кто настоящий артист. Скворец мастерски подражает чужим голосам и всевозможным звукам. Этот неугомонный певец готов исполнить все партии сразу. Но получается у него только верещание и свист. Когда появляются птенцы, родители летают за кормом по несколько десятков раз и тратят на это немало сил. Растущие птенцы все время просят еды и готовы поглощать целиком даже крупных насекомых. Рядом с шумным соседом, тоже в дупле, устроилась хлопотливая и доверчивая синица Лазаревка. Насиживает яйца только самка. А заботливый хозяин семейства каждый час приносит ей еду. А вот близкий родственник синиц Ремес недовольствуется готовыми гнездами. Каждый год он строит новые. Искусного строителя не пугает архитектурная сложность его жилища. Он готов трудиться весь день. Зато в птичьем царстве его дом будет самым оригинальным. В дельте Волги настоящее птичье царство начинается на раскатах.
Но чтобы попасть на эту огромную сцену, нужен опытный проводник. В сложной паутине протока Ериков очень легко запутаться. Не поможет даже подробная карта. Здесь нет указателей, а все водные пути кажутся похожими друг на друга. Это настоящий лабиринт среди густых тростниковых зарослей, достигающих порой 6-метровой высоты. Раскаты возникают неожиданно. Безбрежные водные просторы поражают своими масштабами. При этом глубина здесь всего 1,5–2 метра. Множество тростниковых островков и заливов идеально подходят для гнездования вернувшихся с зимовок птиц. Одними из первых прилетают в дельту лебеди-шипуны. Уже в апреле они начинают строить гнезда. Лебедь-шипун отличается от других лебедей. Он очень крупный и самый красивый. Никто не может так изящно изгибать шею и красиво приподнимать крылья. Только вот голос у шипуна слабый и хриплый. А когда он раздражен, то начинает угрожающе шипеть. Гнездо у лебедей строит самка, а самец приносит необходимый строительный материал. Как правило, гнезда располагаются в зарослях тростника, но они могут быть и открытыми. Во время гнездования самец внимательно охраняет свою территорию. Нарушать границы в этот период небезопасно. Семьи лебедей прочные, на всю жизнь. А живут лебеди до 30 и даже 40 лет. Так что отметить жемчужную свадьбу вполне реально. А вот кудрявые пеликаны создают семью только на один сезон. Когда-то они были обычны в России, а теперь занесены в Красную книгу как уязвимый вид. В дельте Волги гнездится всего около 300 пар. Но, к счастью, их число постоянно растет. Впрочем, в споре за удобное место отдыха пеликаны всегда оказываются победителями. Противостоять такому натиску не в состоянии даже лебеди, которые неохотно, но все же уступают свою территорию. Неподалеку от раскатов, на раскидистых ивах, устроился ближайший родственник пеликана – большой баклан. В Астраханском заповеднике находится самая крупная в России колония этих птиц. Специалисты насчитывают здесь около 10 тысяч гнезд. На гнездование бакланы прилетают парами. Их союз, как и у лебедей, продолжается всю жизнь.
Насиживают кладку и выкармливают птенцов родители сообща. Питаются бакланы исключительно рыбой. Чтобы прокормить прожорливых детишек, родители летают за добычей по 5 раз в день. Возвращаются они с полным зобом и набитым желудком. От такого обилия пищи птенцы растут очень быстро. Вполне самостоятельными они становятся в возрасте 12-13 недель. Столько шума бывает не только в колонии бакланов. Крик беспокойных крачек далеко разносится по водной глади раската. Их тоже интересует рыба. Зависая в воздухе, они высматривают стайки мелких рыбешек и, найдя понравившуюся, пикируют в воду. Промахов почти не бывает. Но не только голод заставляет птиц нырять с высоты. Сейчас у крачек брачный период, и обязательным свадебным подарком является рыба. Таким подношением самец проявляет симпатию и выражает самые серьезные намерения. И все-таки самое важное действие весеннего спектакля происходит под водой. Заполненная паводковыми водами дельта становится местом нереста многих волжских рыб. На заливные луга, где раньше паслись коровы, теперь заходит отяжелевшая икрой рыба. Прогретые, богатые личинками и планктоном тихие воды разливов становятся идеальным местом для появления мальков. Водные поля оживают. Среди кустов трутся желтобокие красавцы-лещи. В траве на мелководье во множестве нерестится карась, красноперка, вобла, плотва. Но, пожалуй, самым заметным и впечатляющим является нерест сазана. Эти бронзовые великаны не плавают, а скорее ползают среди густой растительности. За самкой, готовой метать икру, следует сразу несколько самцов. Их горбы видны повсюду, а борьба за право быть первым достигает такого накала, что вода начинает кипеть. На залитых водой просторах устраивают пиршество птицы. Здесь каждый может найти себе рыбешку по размеру. За рыбой с большим удовольствием охотятся и змеи.
В дельте нет ядовитых видов. Только безобидные водяные ужи и узорчатые полозы. Во время нереста поймать рыбу быстрой рептилии несложно. Но вот чтобы съесть ее, придется немного потрудиться. Такой плотный обед перевариваться будет долго. Следующая охота повторится только через несколько дней.